Всем привет! Сегодня мы делаем новый комбикорм для наших кур. Сейчас сразу скажу, какой у него состав. По 30% мы взяли ячмень, овес и пшеницу. И по 5% горох и семена подсолнечника. Итак, здесь мы уже насыпали 9 килограмм ячменя. Вот он у нас. 9 килограмм овса и 9 килограмм пшеницы. Также 1,5 килограмма у нас идет семян подсолнечника. Брали самый мелкий, потому что он дешевле всего стоит. И самый дешевый горох. Сейчас мы все это перемешаем. Итак, все тщательно перемешали. Сейчас включаем нашу дробилку и начинаем полученную смесь измельчать. Так. Насыпаем, включаем на зерно. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Итак, получается вот такая вот дробленка. Очень приятный запах у нее. Пахнет ячменем дробленым. Итак, вот сейчас мы продробим все остальное. Через недели 3 снимем новое видео про яйца. Посмотрим, что у нас получилось. Взвешаем, посчитаем среднее количество, сколько нам курицы дают в неделю. И уже сравним, какой комбикорм лучше. Тот, который снимали мы в прошлый раз, либо тот, который дробим мы сейчас. Так, всем спасибо за внимание. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Подписываемся на канал. Всем до свидания, до новых встреч.